Вот, смотрите, очистки печени, как бы сказать, нормализация работы желчного пузыря. Вот я выпил, вы видели, яблочно-свекольный сок. Благодаря тому, что в нем содержатся пигменты и другие активные там вещества, он стимулирует раскрытие желчных протоков и выделение желчи. То есть, если у вас имеется там застой желчи, который связан с тем, что далее образуются там разного рода там конкременты сначала, то, используя яблочно-свекольный сок, вы будете устранять эту причину загустения желчи, в результате которой начинает образовываться вот желчно-каменная болезнь. Регулярненько, не обязательно каждый день, раз в два дня можно применять. Вот примерно так, хорошая, значит, доза, вот сколько я выпил. Я там выпил примерно, наверное, грамм 350-400. Да, этого сока. И вот через какое-то время он сделал свое дело. Стимулировал желчеотделение, желчеотделение пошло по кишочкам, стимулировало перистальтику кишечника и мощно прослабило, то есть вывело. Можно очищаться с помощью клизмения. Да, процедура есть такая, хорошая процедура, нормально. Но можно очищаться более естественным путем. С помощью продуктов питания, а именно свежевыжатых овощных соков. Плюс они снабжают организм минералами. Мы уже знаем, что от яблочно-свекольного сока очень быстро восстанавливается гемоглобин. Это особенно важно женщинам, это особенно важно детям. И очищение. Взык! Работает кишечник. Я расскажу вам такую вещь. Я как раз вот ремонтировал машину. По своей собственной невнимательности я выезжал из гаража на своем беляше. И там ворота, руль, ставни поднимаются. Ну, я что-то темно было. Как раз цифра такая нехорошая. Там что-то 20-20-20. Именно вот эти вот двадцатки там запугали этими двадцатками. Ну и темно в гараже, я так вроде как туда-сюда посмотрел. Вроде как ворота поднялись, роль ставни. А они как раз поднялись, поднимались. Может, они даже встали. Кто его знает. Знаете, такая есть вещь у роли ставни, что не могут остановиться там. Поэтому надо быть внимательным вообще. Но я думаю, они поднимались. И вот как раз они поднялись, я начал выезжать, и вот этим вот спойлером задним, как шарахнул в них. Вроде я так не особо обильно выезжал, но машина, видать, тяжелая, большая. И шандарахнула так хорошо. Короче, спойлер там, аж середина там, лопнул середина там, выпала там такая вот. И плюс еще ворота, за малым, ворота не снес. Ну, более-менее нормально. И вот как раз я поехал к своему Дмитрию, который мне все это дело чинит. И он рассказывает там про свою знакомую, что вот у нее там, говорит, вот что-то там псориаз. Вот что там делать или от чего там делать. Вот она там, то ли что-то там есть такое, какое-то там, чтобы там ее очищало, ну и то ли там еще какие-то лекарства применяет и так далее и тому подобное. Я сразу говорю, Дима, у нее, скорее всего, запоры есть. Он говорит, да, есть. То есть псориаз будет, вот смотрите, нормализация организма должна произойти на всех уровнях, и человек даже не подозревает, что этот псориаз отчасти связан с запорами. Вот только запоры убрать, чтобы так пожил примерно хотя бы месячишку и посмотрел,
за состоянием кожи. Я уверен, что оно станет намного лучше. А когда не понимаешь, что тут будем кожу там лечить от псориаза, при этом, что там кишечник там полная задница с ним, вот то толку никакого не будет. Он там в хроническую стадию перешел и идет. Более того, начинаются проблемы по судьбе. Ей нельзя работать с детьми, она была воспитателем в детском садике. Ну как так, воспитатель, представляете, детки там сколько, 3, 5, там, 6 там, лет. А тут воспитатель на лице там такие блямбы у него, у нее там розовые шелушащиеся. Естественно, ее уберут. И дальше что? Ни работы, ни того, ни сего. Необходимо включать соображение и смотреть вот то, что я рассказываю на канале, читать мою библиотеку. Ирина Довганин, помогите советами. Сейчас я в голоде 7-й день, хочу еще недельку. Стараюсь выкорчевать ревматоидный полиартрит. Вы знаете, голодом не получится выкорчевать ревматоидный артрит. По какой причине? По причине того, что здесь надо более длительный, более такой капитальный подход. Да, голод будет влиять, он хорошо там все это там, знаете, воспаление уберет, хорошо поможет. Но начав выходить из голода и возвращаясь к своим обычным пищевым привычкам, к обычному мышлению, вы начинаете все это восстанавливать. Поэтому выкорчевать у вас не получится с помощью даже трехнедельного голода. Хорошенько по нему долбануть получится, а вот потом, надо все это дело закреплять правильным питанием. Меньше сахарка, тминчик. Вот там спрашивается про керосинчик, когда пить керосинчик. А керосинчик после двухнедельного голода надо, если принимать, то примерно недельки через три. Пускай голод подействует, не надо там сразу вот это керосином набрасывать, потому что я заметил такую вещь. Люди как понабрасывают различных средств, и тройчатку, и керосин, и прополис, и голодаем, и бегаем, и закаливаемся там, и медитируем, и еще что-то там они там делают. Они не поймут, от чего там произошли либо улучшения, либо ухудшения. Не надо валить все в кучу. Надо все постепенно по полочкам разлаживать, чтобы вы понимали, что в конце концов действует. И я бы порекомендовал бы, смотрите, не керосинчик, а тминчик. Вот когда вы возьмете семя тмина, черного тмина или обычного тмина, серенького такого, вы его разжуете. Вот оно по своим душистым качествам, по вкусовым качествам, оно будет напоминать керосин. То есть можно керосинить керосином, а можно керосинить с помощью тмина, с помощью его душистых веществ, фитонцидов и прочего-прочего, ароматических масел, которые в нем содержатся, потихонечку гасить вот эту вот вредную микрофлору и добиваться своего. Если уже получились искривления сустава, это говорит о том, что очень сильно бактериальная инфекция внедрилась в организм и его поразила. С ней не просто справиться, но можно проявить терпение и потихонечку с помощью, допустим, семена тмина вы там поели месячишку, потом 20 дней, допустим, по 5 капель только раз керосинчиком прошлись, потом, допустим, тройчаточкой прошлись, потом, допустим, еще там чем-то там можно там пройтись. Обязательно почистили печень. Печень, я вам, вот смотрите, говорю это. Легко и приятно. Зарядили соки, яблочно-свекольный сок. И примерно по литру в день. Выберите это. Недельку такая. Оп. Чтоб вы поняли, что с вас выходит. Сначала вот эта вот старая желчь выходит. Потом, возможно, даже выйдут вот эти вот билирубиновые там пигментные эти камушки, увидите, прожилочки. Что у меня было, я ж не просто так говорю. Далее могут выйти камушки, как семечки. Но для этого, смотрите, как я в свое время очищал. Я делал следующее. Ну, я регулярно там пробежечки делал в свое время. Это
Это было лет, ох, лет, это лет 30, под 40, наверное, назад было. Вот, регулярные прогулочки делать. Потом я регулярные пробежечки, там, допустим, ну, в течение там 40 минут, примерно так вот, или там хотя бы быстрая ходьба, нужны для того, чтобы вот это все у вас там протрусилось, все эти вот эти мешочки, у которых находятся, допустим, желчь в желчном пузыре, в кишечнике, вот эти вот, значит, там каловые камушки и так далее, там в почках, в мочевом пузыре, все это, знаете, от вибрации, так сказать, она это. То есть недельку вот так вот ходите, все это у вас там дребезжит, отходит, отквашивается. Потом вы идете в баню, хорошенько попарились. Приходите после бани, и первый прием у вас пищи, допустим, в баню вы можете сходить, да, допустим, даже вечером. Можете там с утра, как там у вас там получится. Ну, выберите время так, чтобы у вас было. То есть вы, значит, сходили в баньку после того, как у вас, значит, все эти прогулочки были, пробежечки. Хорошенько попарились. Потом делайте вот эту вот смесь, которую я сейчас только выпил. Яблочно-свекольную. Причем делайте, ну вот для меня как-то, я, знаете, такой большой человек. Я делал около литра, наверное. И вот эту всю смесь только... Пропорция примерно следующая. Свекольного сока 1/4, пускай 1/5 будет. Остальное все яблочный сок. И вот этот вот литровочку такая потихонечку, ну, 100 килограмм литр, или там 80 килограмм литр, допустим, человек весит 60 килограмм, значит, ему там доза меньше, допустим, там 700 грамм, 600 грамм, так. И все это только раз, потихонечку он выпил, за один раз все, сок идет отлично, то есть вы распарились, потеряли там жидкость, все это на таком, хорошо, папочка, и ждете, вот как я. Пройдет примерно там сколько там, часочек, может быть меньше, скорее всего. Получится мощный желчегонный эффект, прочищающий вам все эти ваши клапана и сфинктеры, и протоки. И вы посмотрите, что с вас выйдет. Далее, на следующую недельку, вы можете это же повторить. Далее, на следующую недельку, вы можете это все повторить и смотрите, что выходит. И потом так, ага, чувствуете, да, я стал совсем другим человеком. То есть вот такое вот очищение печени, в некоторой степени там желчного пузыря, и все будет, как говорят, чики-пуки. Итак, продолжаем. Керосин пить через день после голода начинать? Нет. Вот сначала 7 атмина, а дальше, примерно через недельки 2, если вы проголодали 2 недельки, лучше, что через 3 недельки, начинаете 7 атмина. Через 2-3 недельки. Курс пропили месяц, можно покеросинить. Ну, как я рассказывался. Значит, имеется чистый голод или выход. При 14-дневном голоде начать прием керосина. Когда? Сказал. Сначала атмина, а потом после него керосинчика, месячишка, 5 капель. И как совместить чистку печени, чтобы использовать благоприятные весенние дни? А вот об этом я только что вам рассказал. Не надо там масло, там еще что-то, та-та-та-та-та. Мощный желчегонный эффект вот это дает. Далеко от туалета не уходите, иначе настолько мощный желчегонный, что вы добежать до туалета не успеете. И у меня такое бывало. И бывало не раз. И все у вас почистится. И вы будете отлично. Чем нужно пожертвовать? Ничем не надо пожертвовать. Вы будете, вот как раз Ирина Довган, я вам рассказываю, вы будете приятно очищаться и получать здоровье. И вам это понравится. Понимаете, я сам знаю, когда я пил там это масло первый раз, там, знаете, в охотку и первый раз интересно это все выпить, лимонным соком запить. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый, не лезет это масло, не лезет. А тут это все полезет. Значит, ничем не надо пожертвовать. Единственное, своим временем, вот и все.
И это время вы проведете приятно для себя, с пользой. Вам это понравится. Вы полюбите. Знаете, вот интересно, можно оздоравливаться, знаете, как бы сказать, вот там, раз там какая-то операция сделали, вы потом выходите, или еще что-то. И вы уже и проклинаете это лечение, и кто вас лечит, и зачем вы это начали лечиться, и так далее. А тут вы будете блаженствовать. Смотрите, я получаю здоровье с помощью вот таких прекрасных вещей. Да как хорошо жить, как вкусно есть, как приятно расслабиться в охотку. Моя мама говорила, хорошо, хороша трясня в охотку, но не каждый день. Так вот в охотку это все будет получаться. Так, вашу библиотеку я оценила по достоинству, но я еще туда кое-что добавлю. Искала в газетах про рассеянный что-то, или ревматический артрит, РА. Информация об этом меньше, чем хотелось, но, может, пропустила, конечно. Да-то посмотри, там где-то я, это, ревматоидный артрит, по нему там большая статья вообще есть. Так, номера газет, которые заинтересовали, по свободе нужно возвращаться, читать. Правильно! Много нового, интересного, полезного, кое-что нашла, забытое мною. Медовый массаж. Кстати, на медовый массаж я вот увлекся и очень много процедур сделал медового массажа, ожидая от него что-то такое большое. Но ожидания оказались какие-то напрасными. Да, выходит какая-то белая бяка-кака. Вроде бы она выходит из-под кожи, а не есть реакция, как некоторые говорят, масло с лимонным соком, вот это вот. Вот это вот есть, да, массаж там такой секой прочел. Но если этим слишком увлекаться, я, знаете, чрезмерно всем увлекаюсь, палочку так перегинаю всегда, то получается травматический эффект. Кожа начинает, как бы сказать, шкура отделяться от мышц, и это не есть хорошо. Поэтому тут надо вот эту вот грань соблюдать с медовым массажом. Глина хорошая вещь, но это летом, лучше всего летом. Я благодарна вам за совет начать с противопаразитарки. Грибки есть. Значит, противопаразитарка, вот смотрите. И противопаразитарка, она сразу хорошо подействует, да, он там это самое. Но, вот я вам скажу, что если грибок есть, он там засел, знаете, он там потихаря будет свои грибницы делать. Его вы будете с помощью тмина, с помощью там керосина, так, курсиками. Керосин вот постоянно как-то, не это. А вот тот же тмин на вкус керосин, вот его можно постоянно. Отличная вещь насчет тмина, понимаете? Вот, это против грибков. Сама иногда не могу сообразить, что же, чем, как лучше сделать. Я вам сейчас рассказал и последовательность. В интернете много прочитал информации об ревматоидном артрите. Ну, желательно использовать, знаете, опыт тех людей, которые через это прошли. А когда вот эти специалисты что-то там говорят и так далее, они сами болели, не болели. Они там лечили, говорят, вроде там вылечили. Как онкологию. Вот мой знакомый. Положили Игорька в онкологию, пролечили, все, здорово, побежал, то, все, пятое там дело. На 5 лет его хватило. Через 5 лет все это повторилось, и все. И он как вспомнил, что все это проходить, и кругом куда ни кинь, надо позолотить ручку, и ушел. Так, одни пишут, голодание лечит, другие, что голод провоцирует, только вам я верю. Голодание будет нормализовать, будет создавать условия для того, чтобы вот этот ревматоидный артрит, то есть причины его вызывающие, были, как бы сказать, под контролем. Но это все надо закреплять далее, после голодовым периодом. То есть здесь, вот смотрите, что подкармливают грибки и бактерии? Это сладкая пища. Субстрат. Не давать субстрат ему. То есть меньше сдобы, меньше сладкого, больше ценных каких-то там продуктов. Ну, те же каши там пускай, там, творожок там пускай, тушеные овощи там пускай, свежевыжатые соки. К
Кстати, не сладкие, свежевыжатые соки. Тоже особенно на них не наливайте. И плюс вот эти противопаразитарные эти все вещи. Можете воспользоваться, знаете чем? Струя бобра. Я как-нибудь подумаю, струя бобра, никто не говорит, струя бобра, вот она там обладает мощным противобактериальным свойством. И особенно она хорошо действует на простатит. Так вот, никто не допер, вернее, не исследовал следующие вопросы. А почему струя бобра, это такая железа, в которой находится жидкость, и она как раз возле, там, грубо говоря, в задней части тела. А почему она такая целебная? Вот почему? Что тут бобер, что такой целебный? Оказывается, вот я вам все время говорил, как светоч здорового образа жизни, народной медицины, что мы есть продукт окружающей среды. Бобер живет в холоде, в воде, и шкурка его не спасет. Но он питается тем, что растет по берегам водоема. Он употребляет кору и древесину тех растений, которые обладают мощнейшими противогрибковыми и противобактериальными действиями. Это осина, это ива, это береза, это тополь. Вот эти вот компоненты, я вам сказал, вы можете самостоятельно кору осины, значит, допустим, кору там березы, значит, кору тополя там, и это, ну и плюс там еще там эти травки там различные можете. Ну, в основном хотя бы эти четыре компонента взять в равных количествах, высушить, на кофемолочке перемолоть в порошок, и этот порошочек регулярно применять. Так как наш организм приспосабливается ко всему, значит, больше месяца не делать прием. Вот месячный прием, далее вы что-то меняете или там делаете перерыв. И все это дело пойдет к тому, что вот эта вся эта гноеродная, бактериальная инфекция грибковая будет потихонечку уходить. В противном случае, я же вам неоднократно говорил, что вот мне понадобилось очень много времени, буквально таки больше года, и я продолжаю, для того, чтобы ликвидировать гноеродную инфекцию, которая где-то была вроде в районе мочевика, она, я думаю, еще там и есть, и предстательной железы, потому что там была полная Ж. А как это, помимо того, что там это все выражалось в болях и прочем, на заднице, на ягодицах, на коже ягодиц, практически постоянно были прыщички. Одни появляются, другие исчезают, одни появляются, другие исчезают. Потом, когда я все это начал делать, значит, их стало все меньше и меньше. Потом они вроде исчезли, потом опять появились, потом исчезли, потом опять появились, меньше. А сейчас я смотрю, кожа на попе стала чистая. То есть я все-таки добился того, что там ликвидировал. И, помимо того, что тут перестали какие-то ощущения быть, половые акты у меня, допустим, там 50 лет, там, под 60 лет, когда это, они стали не такие яркие. А это опять чувствительность и яркость вернулась. То есть это говорит о том, что произошло восстановление. И вот тут-то надо продолжать. Вот такие, видите, я вещами с вами делюсь, которые это... У женщин там тоже там что-то по-своему, где там, что там, есть ли какие-то выделения. Они должны быть меньше. Никаких вот этих вот белесоватых, творожистых выделений ни у женщины, ни у мужчины под плотью не должно быть. Если они есть, это как раз грибок, кандида там у вас нормально дает. В 90-х после сильного стресса сдали бронхи. Ну что ж вы. Ушла от астмы благодаря вашим первым 5 томам. Сдали это. Стресс. Вот это эмоциональное потрясение, переживание. Оно оставляет свои следы также. Это совсем иная область. Это совсем иной подход.
Там тоже надо работать. Потому что если там человек не работает, она все это аукнется далее. Надо относиться к тому, что вы видите, что вы это, так знаете, разумно. Так, прошла чистки ЖКТ, потом печень 5 раз, состояние нормализовалось, но правильные выводы не сделала. Вот видите, это большинство, да, почистили это и забросили всю эту тут методику и так далее. Это уже, знаете, действительно, когда человек становится зрелым, когда человек уже имеет жизненный опыт, и он понимает, что здоровье – это все-таки очень хороший капитал, который можно быстро растратить, а который можно сохранять. И для этого как раз подходят мои книги «Основы здоровья», в которых как бы система для того, чтобы человек мог самостоятельно создать систему, индивидуальную под себя. И ее так встроить в свой жизненный, так сказать, цикл, так если сказать, чтобы она ему не мешала, но в то же время работала. Я вам вот, вы смотрите, что я делаю, вот я перед вами. Я изредка там тренируюсь, регулярно хожу, проросшую пшеничку, более-менее так, видите, ем, какие завтраки, соки тоже, раз, сачки, поел, трета. Ага, весна настала, сейчас я, допустим, еще свеколочки возьму, свою супругу, напою, касатика, как я ее называю, сам, а я китенок, напьюсь, чтобы, так сказать, в течение недельки все это дело прочистилось у нас, и мы к лету были готовы, здоровы. Они обремененные всеми этими шлаками, потом летом начинаются какие-то проблемы. И не бросать это дело. Питание хромало, да и мысли, эмоции зашлаковали. Вот видите, вот все должно быть в комплексе. И как раз я об этом рассказываю. Что и как. И я сам, понимаете, вот первый раз, когда меня обманули мои издатели, у меня буквально температура поднялась. Как это так? Они на моих книгах взлетели. А потом просто-напросто меня даже в издательство не пускали. Сказали охраннику его не пускать в издательство и это. И с этими договорами и сделали так, что я, говорит, остался и без книг, и без средств существования. Я месяц где-то ходил по берегам Брахмапутры, как один герой говорит. По берегам Северского Донца, там как раз такой август где-то был, такое лето красивое было. А я там ходил, вот никого не хотелось не видеть, ни семью, ни этих, ничего. Понимаете, месяц, если не больше, я ходил вот такой вот. Шла работа, что ж и как. И потом только, чёка, а чё ты, говорит, больше ничего не можешь сделать. Вот это и все, на что ты способен. Так, знаете, внутри головы мне так, это что ты, на все? То есть тебе начинает оттуда же даже помогать, раздаются голоса в голове. И я так раз отрезвел. А что, действительно? И у меня как новая волна пошла, я как после вот этих вот целительных сил сделал «Основы здоровья» и ряд других книг. То есть система дополнилась, стала, тара-та-та-та. Сейчас ее можно тоже еще кое-что там дополнить. А дополнить тонкими, работая с тонкими телами. Но я сам еще работаю с этим делом, потому что без тонких тел все это получается неполное. И вот как раз это связано мысли, эмоции, как они влияют. К врачам не хожу, карточка лет 20, дома анализы сдаю для себя, ну и сдавайте. Сейчас пью таблетки, при ухудшении иду на голод. Ну что, таблетки. Вот я понимаю, знаете, сейчас какая-то жизнь пошла. И я поймал себя на том, что наблюдая за людьми, они советуют: слушай, голова заболела, ты там центромочек выпей. А вот это заболело под язык, там от боли. Ага, кишечник расстроился, ты вот там какой-то иммуниум от изжоги, еще что-то, понимаешь, таблеточками это. Вот такие спецы пошли, знатоки, здоровье таблетками это поддерживают. Давление такое, значит, снизим так, понизим так, и сахар тоже там, это,
Я, конечно, на них смотрю как-то странно. Всем этим делом можно руководить и нормализовать с помощью образа жизни. Отношение к событиям изменить. Но для этого надо поработать над собой. Не будет вдавать вот этих эмоциональных у вас там всплесков, которые может привести к необдуманным действиям, там, поступкам, естественно, ухудшению здоровья. Плохо работает, допустим, кишечник, допустим, немножечко тмина, значит, салатики, кашка, естественно, ходьба, все, пошло, поехало. И так дальше во всех остальных вещах. То есть все это можно делать, и мне как-то это все удивительно слышать и видеть, что тут с помощью таблеток они поддерживают здоровье. Ощущение, что от таблеток не могу сконцентрироваться, ослабили внимание и память. Ну, естественно. Смотрите, опять-таки, организм человека, он приспособлен к тому, чтобы в течение многих тысячелетий, даже сотен тысячелетий, пищеварительная система приспособлена к тому, и наш организм, чтобы питательные вещества, пища, которая поступала, она смогла перевариться и выделиться нормально. Все отлажено, весь этот механизм в течение, говорит, сотен тысячелетий отлажился и отладился. А тут сейчас поступают какие-то такие вещества, которых в природе не было, к которым организм не привык, он их не знал, он их не видел никогда. Это вот различные таблетки, которые пытаются там что-то там сделать туда-сюда. Одно, знаете, двинули, а другое опустилось там. Как гормоны. Ой, ужас. Ужас просто творится. Я смотрю на вот эту нашу медицину, научную и так далее. Ну, какой-то детский лепить, что-то там узнали. Сердце, давай мы тебе охладим там что-то внутри или прижьем. Будто других способов не существует. Да причем какие-то варварские. Ё-моё. Это просто ужас. Вот, естественно, вот это все и будет возникать. Подправьте, пожалуйста, дайте правильный вектор. Правда, очень нужна ваша помощь. Спасибо, что вы есть, что делаете с вашим знанием времени, с благодарностью. И, ну вот, я как раз... Ведь и сколько я потратил времени, потому что именно здесь нужна моя работа. Вот в лечении я не хочу в это лечение вникать, хочу, потому что человек там заболело горло, и он там говорит, вот, вот не хочу, чтобы у меня там горло болело. Не понимая, что надо его опросить, а что у него до горла там было, ну и так далее. А тут, когда человек занимается, другое дело. Вот он занимается, он то сделал, он все сделал. Так, сяк, вот где-то там подсказать, подправить. И будет получаться. И вот от таких бесед душеполезных. Вы действительно расцветаете. Я с вами расцветаю, потому что я вот сижу и разговариваю с вами. Я незримо подключился вот к этим вот к таким, будем говорить, благим пластам информации, которые радуются, что наконец-таки вот на эту тему как-то там беседуют, а не то, что там какую-то там таблеточку дать. Беседуют не с какой-то там корыстью, что сейчас побеседую, там мне какие-то там денежки, то есть вот такая вот мысль, а просто вот делюсь вот этой вот радостью. Ощутите и напишите, насколько вы получили заряд от светоча здорового образа жизни и народной медицины. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.